Здравствуйте, в эфире воскресная программа «Итоги недели», я ее ведущий Амир Кидрасов. Начнем, пожалуй, с главного события этой недели. Это, конечно же, День знаний, который отмечают школьники и студенты. Впервые в этом году за парты сели 55 тысяч детей по всей Башкирии. Всего в республике насчитывается 450 тысяч школьников, более 200 тысяч студентов, свыше 200 тысяч учащихся ПТУ и колледжей. Учебный год начался почти для миллиона ребят и молодых людей. Двери для учеников в Башкирии открыли 1362 школы. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в два потока прошли утром 1 сентября в школе номер 1 с углубленным изучением английского языка «Гармония». Об этом в нашем первом материале. Здравствуй, школа! Здравствуй, мы твой первый класс! Мы, ребята, первоклассники, все вокруг глядят нам вслед. Говорят, очаровашки, мы согласны, спор нет. Праздничной линейкой встретила школа своих новых учеников первых классов, будущих выпускников и остальных учащихся. В образовательном учреждении 53 педагога обучают 700 школьников. Ученики, пришедшие в свой первый день, подготовили для гостей мероприятие стихотворение. Будущие выпускники, учащиеся 11 классов, рассказали младшим сверстникам о своих школьных достижениях и о том, какая интересная и познавательная учеба их ожидает в «Гармонии». Спели для них песни. Также всех присутствующих на линейке поздравили учителя. Будущие ученики школы, первоклассники, гордо держали в руках букеты. В их глазах читались неуверенность, но масса надежд и стремлений. Нарядные и старающиеся выглядеть взрослыми, в первый класс ребята шли за новыми знаниями и впечатлениями. Там уроки, английский, математика. Все буду буквы знать на английском. Английский может пригодиться везде. Учащиеся постарше, так же, как и первоклассники, шли в школу с удовольствием. По их словам, все лето они скучали по одноклассникам и по тому, как интересно учителя преподавали им даже основные предметы. Я готовилась к школе. Я хотела, чтобы у меня были одни пятерки. Вспоминались перемены, как мы на них бегали. Аж палы дрожали, ну все. Я скучала по учителям, друзьям. По самой школе. Я шла в школу с настроением, с радостью. Я люблю математику, английский. Завершилась линейка торжественным представлением всех классов и их учителей. После учащиеся были распределены по кабинетам для проведения классных часов. Такие инструктивно-интерактивные занятия особенно необходимы для первоклассников, ознакомление их со школой и преподавателями. Учащиеся 11 классов также пообщались со своими классными руководителями, узнали свои расписания уроков и факультативов, настроились на последний, самый важный учебный год. Я испытывал в первую очередь радость за то, что я доучился до 11 класса, что я как бы могу быть примером для подражания других учеников. Потому что, когда я был маленький, я смотрел на 11-классников и думал, что вот когда-нибудь я вырасту и стану таким вот взрослым, самостоятельным и буду хорошо учиться. По словам директора, школа «Гармония» – учреждение, дающее всем учащимся соответствующие возможности. Поэтому каждый здесь может добиться успеха в интересном для него направлении. Она пожелала всему коллективу и учащимся всегда стремиться к новым познаниям и достижениям. Педагогам оптимизма, любви к профессии, не отчаиваться, сталкиваясь с какими-то профессиональными проблемами. Это все проходящее, и мы со всем справимся. Мы любим профессию, мы любим детей. Я хочу пожелать классам, ребятам, которые заканчивают 11-е, 9-е классы, трудолюбия, целеустремленности, здоровья. Все у вас, ребята, получится. Ну а первоклассникам радости от школьной жизни. Ведь у вас самые лучшие учителя – самые добрые, самые надежные родители. Всем успехов! У нас начинается новая дорога.
вновь открыла свои двери для учеников школы номер 6. В этом году в образовательное учреждение пришли 1110 ребят. Как проходила праздничная линейка в честь нового учебного года в 6-й школе, а также об открытии нового кадетского класса в учреждении, расскажет наша съемочная группа. На открытии линейки был традиционно поднят государственный флаг Российской Федерации. Для будущих учеников школы, первоклассников, организовали познавательно-развлекательную программу. Ведущие рассказали ребятам, почему учеба необходима для будущего. Школьные руководители поздравили всех присутствующих с началом учебного года и пожелали успехов, новых открытий, познаний и достижений. Именно с таким настроем в школу пришли новые учащиеся. Я думала, что там будут хорошие друзья у меня и хорошая учительница. Ученики старших классов подготовили для младших сверстников отдельное творческое поздравление, а также исполнили для гостей вальс. Завершилось мероприятие традиционным первым звонком для всех классов, а после преподаватели со своими учениками прошли в школьные кабинеты для того, чтобы провести ознакомительные классные часы. В 6-й школе ежегодно открывается новый кадетский класс. В этом году школа вошла в республиканскую программу «Здоровое поколение, здоровый регион». Мне очень понравился вот этот класс. Я очень хотела стать кадетом. Надеюсь, у меня в будущем будут одни пятерки. Обычные ученики, они просто учатся, а котята не маршируют и дольше в школе проводят время. Мне нравится форма, и мы будем заниматься спортом. По данному проекту учащиеся школы будут заниматься по многим направлениям. А кадетский первый класс по 6 спецкурсам. Строевая подготовка, настольный теннис, армрестлинг, спортивная аэробика, шашки и шахматы и огневая подготовка. Также ребят ждут дополнительные занятия по хоровому пению и танцам. Всего в кадетском классе 26 человек. Не только родители влияют на решение детей обучаться по данной специальной программе. Яна Вдовина не так давно стала выпускницей 6-й школы и считает военно-патриотическое воспитание необходимым для формирования характера и будущего своего брата, который сегодня идет в кадетский первый класс. Здесь замечательные учителя, здесь для меня родные стены в этой школе. Я надеюсь, что для моего брата эта школа станет вторым домом, так же, как для меня. Стены эти будут его также греть, поддерживать. И что он полюбит эту школу так же, как я, всем сердцем. Именно в кадетском классе физическая подготовка очень хорошая, а мужество, характер уже мужчины становится. Директор школы Гульбану Исхакова объяснила нам, почему именно это направление военно-патриотического воспитания было выбрано руководством учебного заведения в дополнение к основной учебной программе. Потому что каждый ребенок должен уже со школьной скамьи знать, что такое патриотизм, что такое быть патриотом своей страны. А ребенок, который воспитывается именно в школе, в семье, конечно же, он будет настоящим защитником своей родины, своей страны, своей семьи, своего города. Гульназ Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Распахнула свои двери 10-я школа в новом учебном году. Это образовательное учреждение значительно преобразилось. О том, как прошел первый день у учащихся 10-й школы, далее. Сегодня более 80 первоклассников впервые переступят порог нашей школы. Школа встречает своих самых маленьких учеников, своих первоклассников. Первого сентября проходят по всей стране торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В школе номер 10 праздник прошел по всем канонам. Большие белые банты, красивые букеты и, конечно же, куда же без традиционного первого звонка данной первоклассницей. А пока пусть громко переливается первый сентябрьский звонок. Он призывает не только в классы, но и к порядку, к дисциплине, внимательности. С праздником вас, дорогие ребята! Громкие аплодисменты! Пусть этот школьный звонок стал символом удачного учебного школьного года! Вот так мы сейчас аплодируем! Столько оценок! Пятерок, четверок,
Не обошлось в этот день и без волнения. Еще вчерашние детсадовцы с неуверенностью и тоской перешагивали школьный порог, заслуженно становясь первоклассниками. Я волнуюсь, что я буду учиться там на четверке, всякие там на тройке, боюсь, вот то, что получилось. Помимо детей, переживали их родители, которые пришли пожелать успехов и поддержать своих детей в этот важный для них день. Ощущения великолепные. Наконец-то у меня ребенок дорос до школы. Я рада. Желаю ему огромных успехов, пятерок. Он у меня умничка. Уже умеем читать, практически писать. В школе готовы. А вы сами волнуетесь? Волнуюсь, колени трясутся. Правда. Очень волнительно, очень трогательное ощущение, потому что на самом деле это очень волнительно, когда ребенок идет в первый класс. Это очень сложно. Девочку надо было собрать, все подготовить, поэтому, переживательно. Больше нее, наверное? Наверное, больше нее. Конечно, хочется, чтобы каких-то успехов достигала. Конечно, хочется всего самого хорошего для ребенка. Как, наверное, все родители хотят, чтобы все самое лучшее, все на пятерке, на четверке. В общеобразовательных классах первый урок в этом году был посвящен будущей профессии. А потом классные руководители провели познавательную беседу. А урок кадетских классов посетили сотрудники МЧС. Они провели детям мастер-класс на тему «Основы безопасности и жизнедеятельности». Ртуть разливается, да, когда при разбитом градусе. Что делать? Прежде всего, открыть, проветривать помещение. Пылесосом нельзя собирать, потому что дополнительно будет вспыливать. То есть пары будут еще больше. Поэтому тихонечко, аккуратненько все собрали. На торжественном мероприятии удивили всех своим неожиданным выходом выпускники. Они исполнили совместный танец с классным руководителем. Выпускница школы Татьяна Безымянова поделилась своими эмоциями и планами на будущее. Несомненно, волнуешься, потому что это последний твой год в школе. Он такой... Вчера был, наверное, очень сильный мандраж. Сегодня, когда я одевала форму, я понимаю, что это мое последнее 1 сентября именно в школе. Это очень волнительно, потому что это ни с чем не сравнится. Даже не было такого волнения, когда я шла в первый класс. Я хочу поступить в вуз Министерства обороны. Это я не скажу, какой именно вуз, потому что это будет секрет, но я свяжу свою жизнь с военными, потому что я тоже являюсь участником кадетской роты. Праздник посетила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Лапшина Наталья Михайловна. Разрешите мне... Спасибо, хорошо. От имени главы администрации нашего города Бориса Владимировича Беляева и от себя лично искренне поздравить вас с праздником Днем Знаний и с наступившим уже сегодня новым учебным годом. Я желаю вам в новом учебном году сил, терпения, здоровья, новых идей и новых побед. К новым знаниям! Ура! Всей дружной 10-й школы. Наталья Михайловна вручила почетные грамоты особо отличившимся ученикам школы на различных олимпиадах. А преподавателям за добросовестный труд на благо образовательного учреждения. Спасибо вам большое. Даже сильный ветер не смог подпортить настроение пришедшим сюда ученикам и их родителям. Ведь впереди их ожидает насыщенный учебный год как по учебной программе, так и по нововведениям. Ведь их ожидается немало. Во-первых, нас стало очень много. Было до 500 детей у нас в прошлом учебном году. В этом году у нас более 550 детей. И нам пришлось выселить вечернюю школу и туда разместить кадетскую роту. В кадетской роте там 4-5 класса. А в этом году, начиная в кадетской роте, в кадетскую роту мы набрали с первого класса. Также в этом году, в новом учебном году мы
10 класс. Ребята выбрали социально-экономический профиль. Очень интересный профиль, надо сказать. В учебном плане давно уже не изучают экономику, там, право, да. А социально-экономический профиль подразумевает изучение именно этих предметов. Дети будут учиться писать проекты. Это тоже очень современный важный шаг. Я думаю, что если они с детства будут уметь проектировать какие-то инновации, какие-то свои идеи, то это тоже будет интересно у них воплощаться в жизнь. По окончании мероприятия ученики школы были приглашены на концерт, посвященный Дню знаний. Организаторы стали работники Дворца культуры «Рассвет». Подобные мероприятия проводятся для всех школьников. По словам организаторов, ежедневно будут приглашаться во дворец школьники из различных общеобразовательных учреждений. Вы, как уже сказали, это действительно праздник, это школа, да, новый учебный год. Вы знаете, как там мы были маленькие, да, как мы хотим идти на 1 сентября, все новое, бантики, все красивое. И, соответственно, это праздник, мы устраиваем детям праздник. И во время этого также еще и поучительные, да, какие-то там, то есть вы видели, и игры, да, там, и хорошие манеры, и там у нас мальчики, да, там, за девочек, и портфели они собирали, да, то есть вроде бы веселье и еще и что-то познавательное, то есть и сейчас у них там проходит веселая дискотека. С начала учебного года у детей начинается не только учеба в школе, но и посещение различных кружков, клубов и секций. День знаний отметила и 13-я начальная школа имени Мухаммеда Искужина. Школа встретила учеников, учителей и почетных гостей, в числе которых писательница, заслуженный работник культуры Республики Марьям Буракаева. На празднике побывала и моя коллега Айгуль Мухаммедшина. Нарядные, с яркими букетами, ребятишки в сопровождении родителей спешили к начальной школе номер 13 имени Мухаммеда Искужина. Среди образовательных учреждений городского округа школа заняла свое достойное место. Обучение детей на родном башкирском языке выбирает все больше родителей. Об этом говорит статистика. В этом году за парты 13-й школы сядут 60 первоклассников. Им предстоит долгая дорога к знаниям. Ну а к торжественной линейке они подготовили первые выступления. Рассказывали стихи на башкирском и русском языках. Мама косу заплела, бантики расправила, ранец новенький дала, в первый класс отправила. Не меньше первоклассников в этот день волновались родители. Для них это тоже начало новой страницы жизни. Но взрослые уверены, что отдают своих еще маленьких детей в руки профессиональных педагогов. Я сегодня привела своего сына, 1-й Б-класс. Волнуемся чуть-чуть, да. Думаем, что в дальнейшем хорошо будем учиться. Более уверенно себя чувствуют учащиеся выпускных 4-х классов. Для гостей мероприятия они подготовили концертную программу. Ну а учиться, если одни идут с большим желанием, то другие отдохнули бы еще. Соскучился по друзьям, по учителям, но в школу не очень хотелось. Почему? Ну, рано вставать, уроки делать. Я соскучилась по друзьям, по учителям. И в школу я тоже хочу. В своем поздравлении директор школы Аниса Тулиганова отметила, что за последние 3 года количество учащихся выросло, и в этом году здесь будут учиться 180 детей. О том, как важно обучение ребенка на родном языке, говорили и гости праздника. Можно общаться на других языках, можно на русском, можно на английском языке общаться, но родной язык – это не язык общения. В родном языке это природой заложено все. И способности. И раскрывается только на основе родного языка, родной музыки, все способности ребенка. По доброй традиции учащиеся подарили учителям и гостям мероприятия цветы. Затем был дан первый звонок, означающий начало нового учебного года. Впереди детей ждет наполненная яркими событиями интересная школьная жизнь. День знаний – праздник не только школьный, он знаменует начало учебного года во всех образовательных учреждениях, а значит, отмечать его не только не возбраняется, но и рекомендуется, в том числе в высших учебных заведениях. Кумертауский филиал ОГУ рекомендации последовал.
Кумертауский филиал ОГУ на День знаний также не оставил своих студентов без торжественного построения и напутствий. Линейку принял строительный факультет по улице Заслонова. Во дворе собрались преподаватели, студенты и официальные лица. Среди последних были и выпускники вуза. Многие выбирают профессию, лишь бы получить высшее образование. А мы вот, администрация города, педагогический коллектив университета, должны сделать так, чтобы в этом городе остались, получив ту профессию, остались работать именно по ней, чтобы эта профессия вам доставляла удовольствие, ну и, конечно же, материальный достаток. Первокурсники в День знаний – одни из главных героев праздника. Ведь перед ними стоят непростые задачи, начиная от адаптации в новом коллективе, заканчивая авторитетом вуза, поддерживать который на разных уровнях нужно как минимум не хуже предшественников. Наши студенты, завершив 15-16 учебный год и вступая в новую сферу 16-17 учебного года, принесли с собой огромный вклад во всех направлениях и сферах своей молодежной, учебной, научной, общественно-политической, спортивной и культурной массой деятельности. Можно сказать, что в первую очередь высшее учебное заведение – это пропуск в будущую профессию и, по большому счету, в успешную взрослую жизнь. Электроэнергетика. Почему? Ну, как бы развитая профессия, все равно работа будет всегда. Вот и, ну, нравится с электрикой, ну, хочу связать свою жизнь. Волнуешься? Ну да, все-таки первый год. Очень сильно волнуюсь. Поздравили первокурсников с началом учебного года и творческие коллективы, как собственные вузовские, так и городские. Однако этим свою поддержку коллектив вуза ограничивать не планирует. Ребят, желаю вам удачи, чтобы вы прожили эти молодые годы студенческие просто на ура, ведь это самое лучшее время в вашей жизни. Удачи вам, вы самые лучшие, верьте в себя, и у вас все получится. И никогда не унывать, самое главное, не бояться сессий, не нервничать по этому поводу. Это первокурсникам, учащимся же, на тех же порах, что они двигались, продолжить прям свое стремление к звездам, так сказать, отлично закончить, сдать сессии все. По первокурсникам, помимо творческих достижений, хочу пожелать, чтобы у них все в учебе было гладко и сладко. Преподавательский коллектив готов сегодня в полном объеме, как сказал наш Валерий Алексеевич, в боевой готовности встретить и сопровождать наших студентов по их нелегкому, но очень интересному творческому студенческому пути. Удачи, всего самого лучшего. С праздником, уважаемые преподаватели и студенты. С Днем знаний! День знаний отпраздновали и в Куюргазинском районе. Первая школа села Ермолаево отправила учащихся в новый учебный год. Подробности у нашего корреспондента. В первой школе линейка состоялась как запланировано. Несмотря на сильный ветер, в нарядной форме с белыми бантами и букетом цветов они здесь, на торжественной линейке. После летних насыщенных каникул пришло время сесть за парты. С началом учебного года учеников поздравил директор первой школы Самсоненко Александр Степанович. Уважаемые ученики, всем желаю, всем абсолютно, с 1 по 11 класс, хороших знаний, прекрасного учебного года. Пусть он такой будет теплый, как сейчас вот начался. Хорошо, быстро пролетит, и у вас будут хорошие знания в конце учебного года. Всем, всех благ, всего самого доброго, замечательного. С началом учебного года! К первой сентябрьской линейке школьники долго готовились. Учили стихи, песни и даже танцы. Гордые и нарядные, мы идем по улице с добрыми улыбками, все на нас любуются. Рожать не надо нас, мы сказали маме, а в какой темный класс, догадайтесь сами. Все взгляды на торжественной линейке устремлены на первоклассников. Для них этот день знаний особенно значим. Здесь дошколята услышали свой первый школьный звонок и загадали заветное желание. Право дать первый звонок предоставляется 11-классникам Шкаликову Ярославу и Капошко Татьяне, а также юным первоклассникам Хижняк Анастасии и Ломову Артему. Школа, встречай первый звонок аплодисментами! И
Этим ребятам совсем скоро предстоит тяжелый путь. Выпускникам готовиться к сдаче ЕГЭ, а первоклассникам пройти через весь учебный путь. Но все это только еще предстоит испытать. А сегодня в торжественной обстановке старшеклассники, взяв за руки, отвели малышей на их первый в жизни урок. Теперь ребятам предстоит с удовольствием впитывать знания, привыкать к учебному распорядку и старательно вести дневник. После торжественного праздника ученики отправились по домам готовиться к учебе. Ведь уже на следующий день занятия начались по привычному школьному распорядку. В Новомурапталовской школе имени Баязита Бикбая в День знаний вместе с торжественной линейкой в честь Дня знаний состоялось открытие мемориальной доски уроженки села Альмире Бекуловой, экс-руководителю Союза писателей. Первого сентября в школе имени Баязита Бикбая для педагогов, учеников и их родителей была организована торжественная линейка в честь Дня знаний. Традиционно учащихся поздравили школьные руководители и почетные гости праздника. 21 ученик пришел сегодня в школу, и всего 219 детей будут учиться в этом году в учреждении. Благодаря вашей старательности здесь воспитываются такие замечательные дети. Вы подаете им прекрасный пример для подражания и массу необходимых знаний, поэтому они должны быть очень благодарны вам и, закончив эту школу, стать достойными людьми. Дорогие родители, я выражаю вам огромную признательность за прекрасно воспитанных детей. Я говорю вам спасибо за ваше терпение и безграничный родительский труд, за то, что, несмотря на все испытания, которые посылает жизнь, вы достойно со всем справляетесь. Учащиеся первых классов, впервые пришедшие в школу, прочли небольшие, заранее подготовленные стихотворения и по традиции подарили цветы ветеранам педагогического труда. Кульминационным моментом торжественной линейки стало открытие мемориальной доски Альмире Бекуловой. Она родилась и училась в селе Новомурапталово, много лет прожила в Санкт-Петербурге, но не забывала свою малую родину. За свою многолетнюю научную, педагогическую и литературную деятельность писательница была награждена различными медалями и знаками общественного признания. На мероприятие была приглашена дочь Альмиры Бекуловой Гузель Ишмуратова. Она сердечно поблагодарила главу администрации и жителей села за сохранение памяти о ее маме. Она же возглавляла еще и Союз писателей многонациональный Санкт-Петербург, который продолжает сейчас работать и действовать. И, соответственно, они ждут эти материалы, они будут издавать в петербургских журналах и газетах, фотографии. И будет обязательно встреча. Вы знаете, у нас есть землячество башкирское в Санкт-Петербурге. Они тоже просили передать вам большой привет. Приезжайте, заканчивайте хорошо школу, дети. Приезжайте поступать в Петербург. Завершилось торжество награждением учеников, победителей конкурсов и олимпиад, а также школьников, работавших в летний период в СПК имени Кирова, памятными подарками. Если школы приступили к учебе 1 сентября, то вот Центральная детская библиотека не прекращала работу в летние каникулы. 2 сентября сотрудники библиотеки провели мероприятие для учеников 9 школы. Как развлекали детей, узнавала наша съемочная группа. В Центральной детской библиотеке состоялось мероприятие для школьников под названием «Свистать всех наверх. Игра путешествия». Организаторами стали сотрудники библиотеки. Мы работаем для детей, в основном, конечно, и взрослые приходят, но в основном наши читатели – это дети. Они здесь у нас не только читают, но и учат уроки, проводят свободное свое время, как-то образовываются, повышает свой интеллектуальный уровень. На этом мероприятии ребятам рассказывали о морских названиях, кораблях, пиратах и вообще все, что связано с морем. Неспроста была выбрана именно такая тематика в первые дни осени. Это познавательная игра, конечно, очень много они сегодня узнают. Вот как я уже говорила, какие пираты раньше были, как они вели свой образ жизни. Это такой шаг в историю, как это все раньше происходило.
Ну и немножечко после лета они вспомнят все-таки о море, о солнце, о птицах, пении птиц, о шуме волн. Первый день вот они сегодня отучились, сразу после уроков придут к нам. Мероприятие прошло в два этапа. Официальная часть началась с теоретических познаний. Школьники полностью погрузились в историю морских приключений. Участники мероприятия отвечали на вопросы, отгадывали загадки, придумывали себе пиратские имена и учились завязывать морские узлы. И тихонечко продеваем их вниз. Получился у нас вот такой морской узел. После чего детям было предложено поиграть в подвижные игры. Школьники под музыку выполняли движения, озвучиваемые ведущими, при этом сохранив тему мероприятия. Все, ребят, молодцы, присаживайтесь. Самое главное для взрослых – видеть счастливые лица детей. В этот день в библиотеке не осталось ни одного школьника, который был бы недоволен проведенным днем. Мне очень нравится тут библиотеки. Все мероприятия тут очень веселые, интересные. Мне очень нравится. Я сюда прихожу, я уже тут записана, книги беру, интересно. Библиотека – это очень хорошая. По словам сотрудников, подобные мероприятия будут проходить и дальше. Все желающие могут приходить и принимать участие в жизни детской библиотеки. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В Ировской сельской модельной библиотеке состоялось открытие школы бисероплетения иконы картин. На мероприятии были приглашены руководители, сотрудники центральной библиотечной системы, настоятельница Марфа Мариинского женского монастыря с сестрами и жители села, планирующие обучаться бисероплетению. Радуйся, невеста, не небесная, подлезет ты помощи, его тебе благословен. Для гостей мероприятия сестры монастыря исполнили несколько церковных песен, а после рассказали о значимости икон и их историческом прошлом. Открытие состоялось благодаря нашей победе в конкурсе, во всероссийском конкурсе социальных проектов малых грантов «Активное поколение». Итогом проекта станет экспозиция выставки икон «Русская икона». 28 икон должны будут сделать наши мастерицы. Презентация проекта школы бисероплетения состоялась далее, после выступления сестер монастыря. Руководитель занятия провела мастер-класс по технике плетения дерева из бисера. Каждый из присутствующих смог принять в нем участие. По словам Екатерины Ильиной, данный проект станет очень полезным занятием для пенсионеров села. Наверное, чтобы люди вспомнили, что все-таки церковь есть, приобщить людей к прекрасному, к искусству, вспомнить то, что было раньше. Это, как известно, бисероплетение изначально было очень популярно, потом со временем это стало отходить, и сейчас все-таки снова начинается. Проект был организован с целью заинтересовать пожилых сельчан творческой деятельностью и духовной составляющей данного направления. Занятия будут проходить один раз в неделю в течение 3 месяцев, абсолютно бесплатно. В рамках проекта участникам предоставят все необходимые для работы материалы – бисер, рамки и изображения икон. Я видела, у нас в деревне здесь Ирина Лисковец вышивает иконы, очень красиво, очень. Она в прошлом году, когда было 145 лет школы, она приносила на выставку икон. Мне очень понравилось, тоже хочу. Все сделанные из бисера в рамках программы «Иконы» останутся в сельской библиотеке и во время прохождения городских и республиканских конкурсов будут выставляться для показа. Да, мне очень понравилось и изображение такой высокой, там храм, красивый очень икона. Я думаю, что это пойдет на пользу всем, даже жителям села, и то, что они займутся делом благородным, именно что для Бога будут они Богу служить тем самым, да? И начнут ходить в храм, спасать свои души. 1 сентября глава администрации города посетил семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Цель визита – поздравление детей, воспитывающихся в них с Днем знаний и не только. О рабочей поездке главы администрации в село Маячный в нашем материале.
1 сентября семья Диановых принимала гостей. К ним с подарками приехали глава администрации Борис Беляев, его заместители, специалисты отделов и предприниматели города. Буквально каких-то 2 недели назад мама 2 детей не знала, как им жить дальше в таких условиях. Дом маленький, удобств никаких. Жилище отапливается дровами. Но и на них сейчас у молодой мамы денег нет. А впереди зима. За помощью в августе этого года женщина обратилась к главе администрации города Борису Беляеву. Крышу перекрыть новую, дрова вот просила, говорю, денег нет уже, вот детский только получает 900 рублей на двоих. За короткие сроки специалисты обследовали жилищно-бытовые условия семьи. И уже для принятия решения глава города лично приехала оценить сложившуюся обстановку. Прибывшие вместе с мэром города руководители структурных подразделений, специалисты и предприниматели осмотрели дом, в котором на сегодня проживает семья. И уже на месте были определены объемы строительных работ. Хозяйка Яна Нургалиевна говорит, что об этом они только мечтали. Теперь появилась надежда, что скоро у них с детьми будет свой уютный, более просторный, теплый дом. И дрова вот привезли сегодня, машину дров. Это обещает комнату пристроить. Большое спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Семья планирует разбить на участке фруктовый сад, начать разводить живность. Словом, появился стимул жить и работать. Предприниматель, строители нашего города помогут им сделать фундаменты, возведут стены из бруса, построят крышу. Для того, чтобы они могли в зиму как бы быть под крышей. Сложная ситуация у семьи Афанасьевых. В семье 3 несовершеннолетних. Жизнь приходится в спартанских условиях. Жилья семья лишилась еще в 2010-м. После пожара от дома осталась небольшая комната, где живут сейчас все 5 человек. Конечно, муниципалитетом выделено жилье из резервного фонда в городе. Но Афанасьевы решили вернуться в родное село. Начали потихоньку восстанавливать свой дом. Потихоньку, потому что средства не позволяют сделать это быстро. У нас был пожар, дом вот сгорел, вот мы начали отстраиваться, и муж вот болеет, он инвалидность вот никак не дают, и вот поэтому администрация нашего города решила вот оказать вот помощь в строительстве, вот хотя бы построить, чтобы вот было. Большое спасибо, конечно. Нам и так помогали, и вообще молодцы, прямо и соцработники, и вот 6 лет уже они с нами вместе, не бросают. Вообще огромное спасибо. Глава администрации осмотрел постройки и обсудил с предпринимателями масштабы работы. Главное, что теперь эти семьи не одни со своими проблемами. Они взяты на контроль, и им будет оказана существенная помощь. Сегодня мы видим, что бизнесмены, бизнес-предприниматели идут навстречу именно таким семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мы договорились о том, что именно в этом доме мы утеплим стены, сделаем полы, утеплим крышу, поставим двери, чтобы они могли в зимой, по крайней мере, в более комфортных условиях себя ощущать. На следующий год мы постараемся сделать пристрой здесь, ну, чтобы они могли чувствовать себя комфортно. Мне очень хочется сказать большое спасибо нашим предпринимателям, которые окажут помощь и поддержку в части подарков ко дню знаний 1 сентября. Я думаю, что это очень стимулирует наши семьи как бы, ну, чувствовать себя защищенными. Пообщался Борис Владимирович и с детьми. Как учится поведение в школе и отношения дома. Ребятам, а в семье одни мальчишки, он посоветовал заняться спортом. Это полезно для здоровья, но и позволит постоять за себя. Ну а младший Виталий пообещал главе администрации учиться без троек. Кстати, по словам мамы Веры Афанасьевой, органы власти оказывают помощь регулярно, как в сборе детей в школу, так и в других социальных вопросах. И в этот день обе семьи получили от предпринимателей города продуктовые наборы ко дню знаний. Какова будет стоимость школьного питания и какие проблемы волнуют организации, которые обеспечивают питание школьников? Эти и другие вопросы обсудили на совещании, которое провела заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Анастасия Антошкина работает шеф-поваром в столовой 6-й школы уже долгие годы. Она, как никто иной, знает все тонкости в части организации школьного питания. В этом году задача усложняется. Одно из самых больших по численности детей образовательных учреждений переходит на обучение в 1-ю смену. Это порядка 1000 детей. Посадочных мест в столовой 250, плюс дети с продленки. Таким образом, работникам нужно не только вовремя приготовить и накрыть столы, но и между потоками успевать помыть посуду. Если это делать вручную, как происходит сейчас, то кухонным работникам приходится очень тяжело, говорит Анастасия Петровна.
Объем работы большой, скопление народу большое в зале. Быстрота работы нужна. И чтобы это все обеспечить, и санитарию, и быстрое горячее питание, чтобы обеспечить, конечно, должно быть все оборудование работать. Но те мелкие которые, оборудование, которое было там у нас, что-то поломалось, что-то там вышло просто из строя, потому что время отошло. Это все подладили, это можно подтянуть. Но самая большая беда – это посудомоечная машина у нас. Третий год мы мучаемся без посудомоечной машины, ручная мойка посуды. А посуда идет непрерывным потоком. Схожие проблемы есть и у других школьных столовых. Одним нужны посудомоечные, другим – тестомесильные машины или даже новые баки для приготовления пищи. Для того, чтобы обсудить все вопросы, связанные с питанием школьников, заместитель главы администрации Наталья Лапшина провела совещание. В нем приняли участие шеф-повара образовательных учреждений. Все они являются работниками межшкольного комбината общественного питания. В начале встречи Наталья Михайловна поздравила всех с началом сезона. Затем обсудили имеющиеся проблемы, в том числе и стоимость питания в этом учебном году. Что касается школьного питания, этот вопрос, который волнует абсолютно всех родителей. Горячее питание у нас запускается по всем школам с 5 сентября, с понедельника. И накануне учебного года мы провели несколько консультаций и все-таки приняли решение, что мы не будем принципиально в этом году поднимать цену за школьное питание. Она останется в тех же пределах, что, я думаю, очень радостно воспримется нашими родителями, при том, при всем, что цены растут, и родители также ходят в магазин и понимают, что рост цен огромный на продукты. Цена на школьное питание принципиально не повысится, она повысится в пределах 10 рублей. Это просто некоторая индексация цен на продукты. По вопросу же технического оснащения столовых отмечалось, что детально этот вопрос будет рассматриваться после составления шеф-поварами перечня необходимого оборудования. Мы еще раз проанализировали вопросы, как обстоят дела с кухонным оборудованием. Сделав большой анализ, мы будем предлагать главе администрации, совету депутатов рассмотреть все-таки более глубоко этот вопрос, чтобы нам иметь возможность разработать программу в нашем городе школы. Кроме прочего, на встрече обсудили и вопросы культуры питания. Шеф-повара внесли свои предложения, в том числе о необходимости проведения бесед с учащимися о здоровом питании. Приближается единый день голосования. Наша телекомпания провела опрос с жителями городского округа. Какого числа, кто кандидаты и пойдут ли горожане на выборы, узнавала съемочная группа. Вы пойдете на выборы? Конечно, пойду, как же. А вы знаете, какого числа будет? 18-го. Конечно, 18-го числа. А вы пойдете? Конечно. Обязательно. А вы знаете кандидат? Вообще знаем, партии знаем. Сколько партий знаем? Сколько? О, 56, по-моему. Что мы этим очень интересуемся. Хорошо, да, на работе обсуждаем. Да, да. 18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу. Вы пойдете на них? Обязательно. Обязательно. Наше поколение обязательно пойдет? Да, конечно, пойду. Выборы в Государственную Думу вы пойдете? Думаю, что пойду. А вы знаете кандидатов? Не знаю. За кого голосовать? Да, пойду. А вы знаете, какого числа? 18-го. А знаете, кто вообще кандидует? Ну, Единая Россия. Ну, КПРФ, ЛДПР. Там партия «Справедливая Россия». 16-го, если не ошибаюсь. 18-го. Вы пойдете? Ну, если не буду работать, то пойду. 18-го, если теперь остаются выборы в Государственную Думу, вы пойдете? Конечно. А знаете кандидатов, депутатов? Не знаю. Ты можешь сказать? Часто ходите на выборы? Ну, пока работала, ходила. Я сейчас далеко ушла на пенсию, вот у меня внуки, и я занимаюсь этим. Ну и по данному вопросу можно с уверенностью сказать, что жители нашего города достаточно информированы о предстоящих выборах. Тем более, что по будням на телеканале «Арис» в 19:30 выходит программа «Теледебаты», где вы, уважаемые телезрители, можете ближе познакомиться с кандидатами, которые будут представлять интересы ваши в городском совете. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Удачной вам начала новой рабочей недели и до встречи.